Здравствуйте, друзья! Вот такая вот открывашка сегодня вашему вниманию представлена с таким вот интересным клеймецом. Медширпотреб, КРПТ, Москва. Открывашка уже потертая, повидавшая виды 30-х годов или 40-х годов. То есть 30-е и 40-е годы. Долго я возился с расшифровкой, собственно, вот этого всего, то, что здесь написано, и выяснил. Медширпотреб. Завод такой в Москве был, и был он как раз организован в 30-е годы. КРПТ. Что это такое, друзья? РПТ это райпотребтрест. То есть, получается, райпотребтресты руководили, ну, государственными предприятиями на районном уровне, небольшими государственными предприятиями, как раз вот в 30-х, 40-х годах, ну и даже, по-моему, в начале 50-х годов. Ну, вот, честно говоря, врать не буду. Дело в том, что К, вот первая буква расшифровывается, собственно, как название района. По медширпотребу есть единственная информация, что он открыт в 30-х годах в районе набережной, вернее, даже не то, что в районе, а на набережной Озерковской. Озерковская набережная в Москве. Я хоть и не москвич, но благо интернет у меня есть, выяснил, что это набережная, соответственно, это улица, да, входила в Кировский район города Москвы, который был образован из Замоскворецкого района города Москвы. Сейчас это район Замоскворечье, так и называется, Кировский район был упразднен. Но именно как раз вот в те времена Кировский район был. И образован он был в 1934 году. То есть, эта открывашка позднее 1934 года. Соответственно, с 34 по конец 40-х годов. Вот такие, друзья, дела. Завод Медширпотреб, Кировский райпотребтрест, город Москва, Озерковская набережная. Вот так, друзья. Такая вот открывашка для бутылок.